я буду демонстрировать работу по прибора Ливер. Вместо Ливера у меня коктейльная трубочка. Для этого эксперимента я взял краситель, бутылку и трубочку. Бутылку я порезал на две части, налил в нее воду, подкрасил воду красителем и поставил, собственно, трубочку. Когда зажимаешь отверстие, вода находится на то, будет находиться на том же уровне, в котором она находилась в сосуде. Когда убираешь палец отверстия, вода выходит. Это работает из-за того, что внутри трубочки есть свое давление. И когда убираешь палец, на трубочку действует еще и атмосферное давление, и вода выходит. Вот еще один опыт. Я сделал в банке дырку, в бутылке, закрою это отверстие и налью воду. Закрою горлышко бутылки. Ну и вот. Закрыл. И вода не течет. Если я вот открою, вода потечет. Закрываю, не течет. Это работает потому, что внутри бутылки есть тоже свое давление. И когда мы открываем, действует тоже атмосферное давление на воду, и вода течет вниз. Я сейчас продемонстрирую, как работает поилка для птиц. Для этого эксперимента я взял бутылку, взял специальные блюдце, специальную посудину. Сначала делается вот так вот. После этого все эта конструкция переворачивается. Много воды выходит. Так, чуть-чуть. Вот. Представим, что это птичка. Она берет, пьет, а вода не уменьшается в блюдце. И это работает потому, что когда птичка пьет, в бутылку заходит воздух, давление бутылки увеличивается, внутри бутылки увеличивается, и вода выходит наружу, и достигается система равновесия.